Вот так ребята ползут по таежным тропам. Пройдет не Да, блин, вездеход, посмотри. Да вроде нормально, что, вот тут-то. Хрен его знает. Не, ребята не решились. Че, будете рисковать, не? В прошлом году, я говорю, пацан едет на Kia, ну, уже снежок. А я вот тут стою. И стою, думаю, куда же он, влево, вправо? А он посередине, в этот пик. Как уебал, блядь. Все, и бамперу, и всему, блядь. Я говорю, нахрена ты, что-то непонятно. Все-таки ребята решили рискнуть. Справа трындец, слева трындец. Блять, из-за 10 чебаков так выебываться. Эй, мужики, я же вас снимаю. Не, пошли, пошли. Чтобы так бомбить машину, там минимум должна клевать красная рыба. Опа. Опа. Давай, давай. Давай, 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 давай. Красавчик. О, молодец. Мужик со стажем, видать. Умный, грамотный. Пойдем дальше.